Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Сегодня будем играть за гламурную змею Айрис с вот такой вот сборочкой, но немножко, наверное, эту сборочку все-таки изменим в, ну, в сторону увеличения впитываемого урона. И для этого нам, наверное, понадобится либо бинт, либо укол адреналина вместо ботинок. Вот так вот я подумал сделать, потому что, в принципе, змея на стандартной карте чувствует себя неплохо по подвижности за счет копья. Да, вы знаете, копье помогает ей перемещаться. И ботинок, он уже становится не таким полезным, особенно в замесах, когда, по сути, ну, как бы и двигаться змеи особо не надо, потому что ты просто пулькаешь и все умирает, да? Ну, и объективно. И копье позволяет тебе двигаться, насколько это нужно, и, в принципе, ботинок уже не такую большую роль играет, просто это стандартная карта, там не так много кустов, много местности, где она, ну, где-нибудь полезна, поэтому... Вот так вот. Вот такие мысли нахлынули. И вопрос, что из этого будет более выгодно. Хотел бы сказать, наверное, около адреналин, потому что если я собираюсь врываться... А я собираюсь врываться. Это будет больше решать. Поэтому, наверное, сделаем так. Бинт он позволит больше, как бы это сказать, маневрировать и отхиливаться, да? А ботинка нет, какие маневры? Никакие. Это вот на железной дороге можно попробовать. Будет бинт плюс ботинок и убрать какие-нибудь легендарные приметы и, в принципе, играть через такую сборку. Но здесь, особенно когда у вас не самый высокий уровень, да, это, в принципе, выгодно смотрится. Но здесь, как бы, такой вариант, наверное, не прокатит. По атрибутам, в принципе, брать нечего. Можно, правда, отброс взять копье 30%, но зачем? Хотя у нас змея, в принципе, дальний бой играет. Давайте возьмем. Слушайте, а почему мы раньше не брали отброс в копье? Действительно, змея же дальний бой. Ей же выгодно напротив отброса. Поэтому берем отброс, кстати. А если мы сделаем... Ну вот, 2% дальности. 42... Нет, смысла не вижу. Давайте вот так вот оставим. Будет, в принципе, эффективно, наверное. И погнали в бои. Да, с уколом адреналина. Командные бои, опять же, конечно. Ну, не в соло же бои я пойду играть. В соло боях слишком душно. И слишком много обуза. Поэтому командный бои — это наш выбор. Здесь легко играть. Ну, по крайней мере, за счет того, что у меня уровень 18, у них 8, да. С этого, в этом плане легко играть, конечно. Но в других планах не очень. Но зато тут хотя бы какое-то влияние можно на бой оказать. В отличие от соло-боев, где ты ничего просто делать не можешь, потому что тебя просто задушат. Даже 8 уровень могут задушить. Ну, в принципе, в командном боях тоже могут задушить. Блин, ботинка нету, так непривычно. Очень непривычно играть без ботинка, но не катастрофично, особенно когда есть золотой копье. Да, оно, в принципе, нам поможет тащить. Надеюсь на это очень сильно. Бетушка у меня как бы есть, надо ее набивать. Да побольше. Да. Потом будем это делать, стараться, по крайней мере. Насколько это будет возможно. Вот парочку бетух набили, в принципе, уже можно идти в замес драться, но, правда, не с кем. Ни одного замеса нету, к сожалению. Нужно сначала найти противника будет. Это будет нелегкий процесс. Судя по тому, что они вообще на карте не видны. Но зато мы нашли аптечку. Значит, где-то рядом есть противник. Или это наш Никс убил. Сложно, как же сложно. Яростно дали святого. Никс, конечно, гелия. Ну ладно, 8 уровни можно понять. Сами понимаете, как бы новички, все дела. Не самые топовые по уровню. Нету предметов. Тут я могу понимать, почему не берут предметы. Но когда берут более прокачанные игроки, мне уже становится страшно. Так, Яра нас пулькает. Но мы тоже пулькаем. Залетаем. Феромоним. Кидываем кучу урона. Попробуем сейчас поднять. Что там получится поднять. Брюса замедлили. Короче, у нас минус аптечка. Я случайно на уколо... То есть, понимаете, я нажимал. Нажимал этим навык так, чтобы... Чтобы все было красиво, но не смог. Все равно не смог. Все равно не хватило чего-то. Рави сейчас нас будет убивать, тут хамелеон еще, кстати, врывается. Вот хамелеон этот, он дважды притянул аптечку, точнее, аптечку и щиток. И за счет этого он вытащил бой, очень жестко вытащил бой. Прям капец как жестко, если бы не он, я бы, наверное, бой, точнее, я бы, наверное, бой уже давно вытащил, но, к сожалению, этот хитрый жук... Блин, вот, короче, на кнопки не успел нажать, понимаете? Просто не успел на кнопки нажать. Ладно, этот хитрый жук, он получается за счет того, что... Вытянул тогда одну аптечку у нас из-под носа, вытянул потом щиточек из-под носа. За счет этого Брюс все это время жил, его команда дамажила. Но мою команду вы сами все видели, да? Короче, не хватает около адреналина нам немножко. Хотя вот самое интересное в этом замесе с Брюсом. Я нажимал аптечку заранее, она не прожалась, и через 3 секунды мне Брюс снес около адреналина. Это было настолько бредово, ну как есть, ребятки, как есть, игра такая, да? Вы нажимаете аптечку, а игре по барабану глубоко. Нажали вы или нет. Самое обидное это то, что можно случайно нажать 2 аптечки, да. Хотя вы нажимаете одну, но нажмется 2. Ну и плюс мой сквад, вы сами видели. Жаль, конечно, что вот, типа я должен был вытащить это со соло.
Ну, если бы я не старался спасать свой сквад, наверное, я бы смог вытащить соло. Наверное. Блин, рефлексы на ботинок заметили, да? Но, к сожалению, я же пытался. Я же понимал, что нужно играть команду. Но, блин, зачем я их спасал? Реально, это же такой бред был. Мне просто нужно было стоять, кидать гранату с дробовиком, и все. Но там был Рави. Рави, блин, это проблема была. Потому что Рави, он как бы сможет своим копьем меня аннигилировать, да? А я до него даже не доставал, поэтому я пытался его сначала снести. Но там уже было без шансов, мне кажется. Ладно, не страшно, первый бой проигран, и, в принципе, ничего особенного. Надо было понимать все-таки, что за меня играют 8 уровни бесполезные, и их не нужно, не нужно было спасать. Ни разу, но я для чего-то их решил спасать. Для чего, не понимаю. За феромонили хотел сказать енотика, но нет. Хотя один навык в него попал. Пока что танчим, неплохо тогда урончик. Ну, против более слабых противников, конечно, получается. Но вот Брюс, да, Брюс это проблема большая, его фиг затанчишь. Слишком он мощный, слишком толстый и сильный. Еще урон много вносит в ответ. Да, Брюс он такой. Ну, ничего страшного. В следующий раз, наверное, мы ему устроим все-таки замесик пожестче. В других обстоятельствах, наверное. Были бы... Ну, хотя да, были бы у нас другие обстоятельства. Вот не такая вот зона ограниченная, да? Где я бы мог и сбоку зайти, или еще что-то сделать. Ну, в общем, много чего мог бы сделать. Тогда, да, тогда смотрелось бы интересно. Так, ну что, бочку сели и... И погнали. Пытался зафермонить кого-то, но ничего не получилось, к сожалению. Опять врываемся, а там все, а там смерть, да? А там смерть, там высокие уровни, и как бы нам, походу, без шансов это вообще реализовать каким-либо образом. Но попробуем пока что тут что-то сделать. Без ботинка, кстати, чувствуется очень большая проблема. Большущая проблема чувствуется без ботинка. Не хватает урона, все раздавлить. Просто катастрофически не хватает. Ну, вы видите, да? Ты кидаешь гранату, ты вот вносишь кучу урона. Просто не хватает урона убить. Потому что сквад противника нажимает кнопки, причем там заметишь 16, 17, 15, 14, 13. У меня в скваде 8 уровни, которые не могут нажать одну кнопку. Они просто стоят рядом, я смотрю вот по карте, да, и все. И это второй бой такой же. То есть у меня 8 уровни, у них 15, 16, 17. Балансное. Наверное. Как говорится, баланс, да? Если ты берешь 18 уровень в бои, то тебе дают команду, которая не способна нажать кнопку, против тебя делают команду 15, 16, 17 уровней, которые тебя убивают. Нормально, балансно, да. Ну, как бы это странно, потому что в игре нету баланса по уровню, то есть как бы тебя может убить спокойно первый уровень, то есть ты, к примеру, 20 уровень, да? А тебя может спокойно убить первый уровень просто потому, что подкручено у первого уровня урон и здоровье. Да, не настолько круто, как бы, как у 20-го, но, блин, там разница небольшая. Реально небольшая. И это очень смотрится странно. Капец, как странно смотрится, что вот разработчики так себя ведут. Нет, они сделали это для чего? Для того, чтобы игроки с более низким уровнем могли конкурировать с более высоким уровнем. Но, блин, это так не работает ни разу, вообще ни разу. В игре сейчас не решает уровень практически ничего, решают предметы. Решает уровень игры, ну, кнопки кто может нажимать, кто не может, да? Это решает. Просто предметы, по сути, решают. Вот феромоны максимального уровня, они решают. У кого они есть, те типа тащат. У кого их нету, те не тащат. Вот и вся суть. Понимаете? Сложная игра, да? Вот и я там же. Ладно. Нам надо найти копье, а вот и оно, кстати. И надо сейчас идти к орлу, пытаться его спасти. Победить. Ну, погнали, чё? Погнали к орлу. Надеюсь, успеем. Вроде бы успели. Орел, ты там живой? Вроде живой. Кого-то гонят. Никса с лигнерной гранатой, кстати, гонят. Я его догнать не смогу, потому что там и сандали святого, скорее, ботинок еще, скорее всего, есть, да? Так, ну ладно. Бачок тут 9 уровня. Видали, какой врыв сделал? Жесткий, опасный. Опасный бак. У бака еще есть друзья. У бака есть друзья. Это был шедевр. Этот друг залетел сам. Под мой активный навык. Понимаете, сам залетел под феромоны. Причем феромоны вроде бы как должны были уже закончиться, но он под них все равно успел залететь. Ядом в итоге добиваем енота. Ник здесь бегает какой-то непонятный, странный. Закину в него урончик, чтобы он умер, да? Но он уворотливый. Слишком уворотливый. Но яд мой догнал его все. Пытался как-то яд достать. Я думал, он будет убегать, а он не убегал. Ну, в общем... Ладно, такие бредовые бои, если честно. То попадаются нормальные противники, фиг победишь, да, потому что у тебя полные неадекватные сквады. То попадаются нормальные вроде бы сквады из-за тебя, и как бы
а против тебя вот такое. То ты с ними, то ты против них. Почему вот так это случается? Странно очень. Почему нельзя просто сделать нормальные адекватные бои? Где были адекватные игроки против адекватных, неадекватные против неадекватных. Все, и все были бы счастливы. Или, к примеру, сделать, что больше одного неадеквата в команду нельзя. Ну а что, было бы нормально, да? Был бы баланс. У всех было по одному неадеквату, все были бы счастливы. Так сказать, знаете, слабое звено. Да. Ну почему-то вот разработчики тоже не хотят такой баланс вводить. В общем, вариантов баланса миллионы. Миллионы для этой игры. И все они были бы лучше, чем то, что есть сейчас. Но зачем, если есть... Если гениальность гениальна, да? Именно так и так. Баланс не нужен, если ты гений. Да. Ладно, погнали, в общем, добивать фламинго, который... Ой, фламинго. Блин, какой еще фламинго, ё-моё. Этого. Рави, да. Это у нас... Блин, а кто он? Павлин, точно, во. Какое-то слово, знаете, знакомое. Вроде бы фламинго, но не фламинго. Ладно, сойдет. Идем дальше. Остался против нас один противник, где-то бегающий. Я даже не помню, кто это был, но это... Может, Кролик Скиппи был? Что-то я уже забыл, кто там бегал от нас. В общем, вот так вот всегда. То бой вот такой бред, то бой нормальный, то бой бред, то нормальный. И фиг попадешь на хороший бой. Ну, мы еще сейчас этим босс играем. Попробуем найти все-таки что-то адекватное. Как было в первых двух боях против нас сквады. Только, надеюсь, мне сквад чуть-чуть адекватнее тоже сделают. Все-таки. Не восьмых уровней, которые не могут одну кнопку нажать, а все-таки хотя бы восьмых уровней, которые могут одну кнопку нажать, уже было бы неплохо, но... Видимо, я много прошу. Да. Ладно. Не страшно, сейчас поищем. Кого-нибудь. Пятый, шестой, седьмой уровень. И одиннадцатый енот с ником Зуба. Ну это элитный сквад. Это элитный сквад. Тут по-другому нечего сказать. Это как бы все видно. Элитный сквада. Ну вот вы видели впритык просто. Впритык к активным навыкам. Ну он просто насквозь пролетел по барабану. Мне бесуха нужна, он насквозь прилетел. Ой, просто бред. Просто бред игры Зуба, который... Который есть и который будет и который был. Пытаемся ботика здесь убить. Красивым образом, да? Пытаемся добить. Добиваем, к счастью. Отжимаем легендарный дробовик. И теперь можно будет подраться на победку. Опять же, с таким легендарным дробовиком... Блин, его что, ухудшили? Вроде раньше был лучше. Вроде бы раньше у него дистанция была позначительнее. Сейчас что-то кажется, как будто ухудшили. Все, погнали, погнали. Скорее всего, противники где-то вот здесь вот. Так, ну наша бицушка, отлично, все. Было сейчас сделано. Со мной тут. Ну, пятый уровень от нас отделился, ну и ладно. Без пятого уровня обойдемся. Что, противников пока что вообще не видно? Скучно. Скучно в этом плане. Хочется драться. Я хочу драться. Противники, вы где? Ну вот как всегда. Как только у меня попадается легендарный дроп, ни одного противника. Просто ни одного. Пулькнуть не в кого. Ну посмотрите, ну дичь, а. Ну просто же дичь, ну. Просто никого нету на карте, и все. И ты как бы должен... Что я должен делать, чтобы их найти? Вот где мой бинокль, да, когда он так нужен? А нет его. Надо было место около адреналина бинокль ставить, ребят. Да, куда это я нажал? У меня сразу управление сбилось. Блин, да почти... Знаете, что самое обидное? Я только что на копье нажимал, да? То есть я нажимал сначала на копье, чтобы оно сработало, но оно не сработало. У меня копье почему-то не сработало, и все. И, короче, из этого все пошло по одному месту. Смотрите, вот как играть, да, шестой уровень? Просто подошел красивейшим образом. Закинул урон, чтобы спасти, да? Чтобы спасти своего кролика Скиппи через игра через дефибриллятор, да? Что делают мои восьмые уровни в команде, да? Вот прошлые два боя Ну, первые два боя, да? Не прошлые два боя, первые два боя. Где моя команда была? Там вообще ни одного дефибриллятора нет. Хотя нет, один был. Но он сработал только тогда, когда я спас одного вот где-то. Не помню, где мы дрались. Вот здесь вот, да? Спас я тогда. И там у них сработал дефибриллятор, они через секунду опять умерли. Ну, то такое. Ну что, против нас осталось 4 противника. Не знаю, отделенные, неотделенные это игроки. Скорее всего, да? Поэтому убивать их будет очень легко. Жаль, конечно, хотелось подраться, но... Вот я же говорю всегда, когда везет достать легендарный дроп, когда можно драться, когда вроде бы и команда не самая потерянная, да? Но, к сожалению, противники... Опа. А ладно, смотрите, тут есть неплохой склад. Есть еще с кем подраться. Давайте сделаем красивые мувы. Смотрите, мой склад еще до сих пор живой. Феромоним ПК. Закину в него урон. Все. Ну, то есть, видите, противники вроде бы еще не самые слабые нам остались, да? Конец. Я, кстати, сейчас неправильно действовал. Надо было действовать по-другому. Видали, просто акул фин ворвался. Убийца. Убийца надежд. Никса бедного. И уничтожил его.
Ну, красавчик еще. Выбил себе место повыше. Ну, вот такой бой, да. Эх, да. Хочется боев поинтереснее. Но, к сожалению, их никогда не будет, ребят. Не смиритесь. Это вот, знаете, вы думаете, если вы поднимете рейтинг, то у вас будут интересные бои с нормальными командами? Нет. Против вас будут попадаться слишком жесткие команды, за вас такие же дегенераты, как и здесь, на 1000 рейтинга. В этом и вся суть, представляете, да? 1000 рейтинга ничем не отличается от 1600. То есть противниками, да, отличается, но союзниками нет. К сожалению. К сожалению. Ну и на 1600+, там уже слишком много сквадов, которые с фулл феромонами прокачанными играют. И там, как бы, ситуация выглядит следующим образом. Вы играете, пытаетесь что-то сделать с командой, а вас за километр феромонит, и вы уже стоите уже мертвый. Ну, то есть, берите противника, умираете. Вы даже сделать ничего не успеете. Такова жизнь, да. Потому что противники, они жесткие, стараются играть, у них есть возможности в этом плане. А у кого нету финальных феромонов, тех нету возможностей. Вот и вся суть. Один предмет, который сломал игру зуба, опять же, в балансе во многом. Раньше без этого предмета можно было что-то делать, да? Ну как делать? Можно было, ну, хоть что-то успеть нажать до того, как ты умрешь. А потом ты умрешь, да? А теперь даже нажать не успеваете. Но, в любом случае, если бы не было феромонов, или их как-то изменили бы, я бы, наверное, сделал бы им просто им... Не, ну ладно, не знаю, что им сделать нужно, но... Что-то им нужно сделать. Я бы сделал им, знаете, как вот активный навык нашего прекрасного друга Урсула, да? Активный навык, то есть он что, он морозит, но вы можете использовать скиллы, навыки, все дела, вот это вот все можно использовать, да? И, ну и предметы, опять же, оружие можно использовать, все это можно использовать и наносить урон. То есть было бы неплохо, если бы феромоны так же работали. Если бы они так же работали, в принципе, предмет бы был эффективным, наверное. И не таким имбовым, как сейчас он есть. Но вот так получается. Плюсом, наверное, ребят, я бы добавил 7 хп. В 3 раза бы это увеличил, чтобы просто игроки не отлетали за секунду. Да, тогда бы навыки регенерации стали слишком жесткие, и их бы надо было фиксить. Но это уже другой момент, сделать, чтобы сквад, ну, чтобы противники не убивали себя за секунду, и при этом, чтобы их навыки регенерации не давали им возможность отхиливаться на фулл хп за секунду. То есть хп было бы, знаете, таким вот разменным, так сказать, разменным параметром, который бы решал. Кто лучше его разменивал, тот бы и побеждал. А не вот, как сейчас, да, феромоны, пару выстрелов, ты труп. Ну, где логика? Нигде. На этом все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте и всем пока-пока.